Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. Всем привет! Это вторая игра команды КС против команды АТА. Со мной в сокасте по-прежнему Никита Эмпас, но он пока что отошел. Так, ребята из команды КС забрали Мойру, Дедвуда и Гладсуса. А команда АТА взяла Мидаса, Бегемота. И пока что на третьем пиком ребята думают. Так, Кэтсы пробанили нас Сидвейда, Дампира и Зефира. А команда АТА забанила Гаунтлета, Призенера и третий бан. Что же это будет? В принципе, ребята банят мидеров, забанили двух таких довольно-таки сильных. Что тут еще по сути осталось? Банят именно дабл мид. Забанить Флакса еще возможно, какого-нибудь Магмуса того же. А нет, вот решили силуэточку подбавить. И забирают Dark Lady у нас, ребята из команды Cats. Призадумалась команда Хеллборна, что же им взять. Остается у них всего лишь 5 секунд. Что же это будет? Неужели это рандом? Ну нет, заходит у ребят из команды АТА Трэмбл. Довольно-таки сильный персонаж. Что-то подзабыли его у нас на Горенке. Нечастый такой герой в турнирных играх. Пятый пик для команды Cats.
тоже думают довольно-таки. Мало времени остается и у той, и у другой команды. Команда та, допустим, вообще одна секунда осталась на пик дополнительного времени. И лорд Салфорис для команды Кэтс. Скорее всего, это в лес. Дабл изи будет Дарк Леди с Гладсусом. Соломи Дедвуд. А нет, стоп. Мойра. Что-то я не понял. Рамканапе, ребята, вот пишет из командата. Будет у нас РМК. Главное, чтобы Никита подошел к этому времени, чтобы перезайти в игру. Какой пик тебе больше нравится, какая команда? Ну, я не помню, по крайней мере, пик команды Хеллборна, по крайней мере, кроме как Трамбла и Чипера. Mm-hmm. В принципе, мне вот, вот надоело смотреть на Делок, на всяких. Я вот хочу за новые начинания, так сказать. Вот Трамбл зашел, зашел Чипер на мид. Не помню, что еще там осталось. Ну ладно, Мидас, по-моему, был сразу. Посмотрим, как да. Тенди на Трэмбле отыграет. Мне это самому интересно. Ну, а Чипер это такая уже, наверное... Короночка. Короночка, да. По-моему, он не хочет играть на Трэмбле. Все, заходит. В принципе, все и команды, да, готовы. Надеюсь. Дабл. Ну, тут Трэмбл, Эмпаска, Чипер, Мидас и Бегемот. Ну, да, как по мне, команда Хеллборна пик-то посильнее выглядит, чем команда Легиона. Ну да, во-первых, там Салфорис такой герой, непроверенный опытом.
компетитив играх. То есть у них, в принципе, клацу с Dark Lady с Moira, что ли, пойдут? А, скорее всего, Dark Lady соло останется на боте, опять трипла откается будет в топ. И соло мид Deadwood. Нет, запулил Глациус с Алфориса и отправляется в дабл мид, видимо, с Дедвудом. 1-2-2 у Кэтсов по стандарту пошли. А у Атажи... Ата побоялись триплы от Кэтсов. Угу. И сместили Трэмбл в мид, а хотя, да. Посмотри, Трэмбл, возможно, поставил просто норку на миде, чтобы, если что, перемещаться. А, ну да, чипер. В принципе, да, они, наверное, подумают, что Dark Lady-то в соло не оставят против Мидаса. Поэтому... Да, кстати, я решила без топорика, что ли? Ну, да. Я думаю, она и сейчас его докупит, если надо будет. В зависимости посмотреть, что тут. А, деньги на ТП-шку оставил. А что, нет? Ну, типа... Не, да, хорошо, в любом случае, у нее 230, то есть, или топор купит, или что-то еще. Нормально, да, правильно, наверное. Если что, сразу свапнуть лейн, чтобы не терять времени. В принципе, логично. Ну, если что, на топе... Ничего загадочного у команды Хеллборна, по-моему, нету. Все по стандарту, ну, да. И стоит. У Хеллборна, в принципе, на топе Салфорис должен по кулдауну умирать. Да. Это две стены и Трэмбл. И по сути сейва у него абсолютно нет ничего. Да, там второй только скорость перемещения добавляет. Да, и то 50 там или сколько? 40%. Там Паска Линка разорвет и все. Вот тебе второй спел, как говорится. Да, приобрел все же себе топорик. Ну и Мидаст с третьего уровня от Dark Lady. Или даже со второго, с Мойры там, если... Уже обнят. Выходит. Бодиблок, но не решил тратить фиссуру. О, есть. Кстати, стенка. Неплохая стенка такая. А... Сейчас бы фиссура еще можно было. Ну, пробили бы, ладно, его на красную банку. Да. Так, а он сейчас отопился деревья. Лол. Пушится. Стоп. Че за фиссура? Что такое? Фиссуру дал. А, чтоб стакнуть. Да? Да. Он не достал. Да. Ой-ой, Мидаст у нас соло забирает Мойру. Мойра пропила красную и выживает за счет этого. Почти наказал. Неплохо так-то на харде. Сейчас можно убивать так-то. О, отличная фиссура просто. Да, перегородила абсолютно проход. Паску, кстати, прогревает. Ой, какой бодиблок. Не попал стеной, кстати, пас, но все равно. Не, он стеной убил. Ну, типа, неправильно дал, но да, дэмэдж... но дэмэдж прошел. Да. Он с другой стороны заблочился за аптрэмбл и бегемот, и об стену протерся. Ну, как по мне, Салфорис вообще на этом лайне ловить нечего, уже сместился бы он сразу в лес. Ну, все равно трэмбл будет статик фарм свой, по сути, держать 380-400 гпм, если добивать всех крипов. А так бегемот... он при фарме будет, при экспе. Так-то вот непонятно, почему Мидас еще живой. Чипер. Хотя там изи. Ботинок даже нету, да, кстати. Ой-ой-ой, честь, это опять фиссурка. Есть опять фиссура. А есть еще одна стенка от Ампаски. Не должны забирать. Есть еще и Линк. Есть. И вторая смерть от Салфориса. Подходит, кстати, Глациус, который попытается забрать Трэмбла. А заберет или он бегемота. Первый спол. Нормально. О. Пришел такой Глациус с мида. С первым, вторым. Чипер инвест на топе тем временем подобрал, возвращается. Но он на же мид. Бегает, нет, уже очень долго. А, уже 16 секунд на инвизе осталось, да. А, ну да. Ой, на боте въехали в Мидаса. Ну он просто отпрыгнул. Но Dark Lady забыла, что у нее первого скилла нету. А-а-а. Может, она въехала по нему без первого, ну как бы с первого же нет. Ну развела ему на эмоции. Мидас же отпрыгнул.
Или отошел? Вроде просто пешком отошел. А, ну тогда это вообще меняет дело. Ну а сейчас на четвертом появился первый спелл. Появляется Silence. Эмпаска, кстати, забегает. Находит тут Глациуса. Но она пробежала по борту. Бадиблок, но можно их закинуть. Сюда еще Салфориас. Кинуть же линку можно, эмпас, чтобы лечиться. Можно просто стену было кинуть. Ну или стену. И пройти через нее, а Глациус не пройдет. Сбивает, кстати, еще Mana Potion. Глациус, ну, у нее еще есть один. Салфориас попытался догнать эмпаску, но эмпаска-то на стрейдерах уже. Корнями попытался, да, тут на миде тоже подцепить чипер, но... Но чипер этого не так легко изобрать профессионала-то. А так-то сейчас, возможно, заберут Дедву, да? Подходит еще и Мидас. Масло. Попадает немножко маслом. Попадает немножко всем. Третьим крик. Раскаст. Неплохой от Мидаса. И это минус Дедвуд. Неплохо. Так-то сместился Мидас в мид. 380 голды заработал он с Дедвуда. И сейчас, возможно, еще будет умирать и Глациус. Да, подходит тут вообще и Бегемот, и Эмпаска. Правда, не очень хорошая фигурка от Бегемота. Это вторая стенка хорошая. Всем промазали. Вообще всем промазали. Но таргет ими скиллами все равно забрали. Попасть. Все равно забрали. Да. Трэмбл. Остались раз на раз тут Трэмбл против Салфориса. На Трэмбле тем временем появляется у нас ПТшечка. С этими ПТшками сейчас просто он может из норки Трэмбла грызть. Ой, из Салфориса грызть. Не так-то пока 1-4 в пользу команды АТА. У Делки появляются гасты, но Мидас, по-моему, понимает, что на лайн ему возвращаться бесполезно. Задавили, да. Хорошая фиссура. И будет Дедвуд умирать, но нет, тут ТП-шка своевременная. Но должны в любом случае забрать. Мисс раскастом, колба от Глациуса. Ну а так бы Дедвуд умер. Там как минимум 3 тычки. Великолепные корни от Дедвуда. Подходит эмпаска. Ну, сейчас ты должен умереть, Дедвуд. Еще эмпас, где стена? ДЦ, что ли? Ой, какая ракетка залетает! Отлично, забирает Белка Мидаса. Забирает вторым скиллом. Глазу, а нет. Не могут достать. Мисс ракетка и очередная чипра. Ол. Эмпас! Она даже не бежит к ним. Забирают бегемота, Дарклейди и будут забирать дальше чипы. Позори на эмпаску! Что? Что на эмпаску? Эмпаску она так... от иншей, от своих убежала, да, просто... пешком, через всех. Вард прикупила, там можно было подойти стенку, в принципе, дать, спасти одного-двух своих тиммейтов, но... это не нужно. Эмпаска заходит в спину тем временем Салфорису, есть у нее ботинки. Не должны убивать Салфориса. Ну так ты кто еще сейчас будет убивать? Ой, мисс с первым спылом от Салфориса. И уже... Паска линком забирает. Да, так ты 3-0-2, лампас, чилиска, хоста. Да и Трэмбл себя, в принципе, чувствует комфортно. Ну как по мне, у него с крипами проблемы. Это же 1-0-2 на 7 минуте, должно быть минимум 450, я считаю. Ну вот как у Делки, допустим, 400 гп. Вот Даркледи вообще 400, да, вот. Но она один фражок. А, у нее еще 2 ассиста. У нее также 1 и 2 ассиста, да. Ой, на миде одной ракеты попадает. Да. Не успевает бегемот никак зацепить его, без второго-то. Говорят, да, тяжело. Ну, в принципе, это 3 стоит вардец со спину Салфорису. Забегает сейчас дальше. Увидит Глациуса. Кстати, Глациус мог немножко подождать. Да, чтобы до этого добежал. Ставила бы вартом паской, потом бы, чтобы снять сразу тоже. А тут опять сбегают в спину Салфорису. И должны вот этот его забирать. Стенка хорошая. Ну и... какая уже? Четвертая смерть сейчас будет. От него, да, он вешает ульту на эмпаску. Но эмпаска не умрет. Можно вообще ТП-шку на базу сделать. Да, она еще рунку находит. Сколько? 2 секунды остается. На а на миде тем временем, да, заходит в корни Мидас, попадает еще под щелчок Дедвуда.
Забежала импаска, просто взяла, поставила вард. Но это слишком такая дерзость. Кажется, вот уже летит ревардик. Трэмбл постепенно выходит в молнии. Корни от Дедвуда, кстати, Дедвуд с ДДшечкой. Полена. Выбираю чипера, удара, но Мойра умерла. Мойра взамен. За счет хорошей фиссуры. Борис приходит на мид. Должен был он подцепить Дедвуда. Да. Фиссура. Сетка, сам поставил, с собой туда-сюда. Ну, забрали Дедвуда неплохо. Но все равно, пока команда Cats 700 по голде и 2000 в опыте ведет. А Делка не... отвлекаясь, фармит. И у него уже еле летит сустейнер. Да. Бегемот на миде дает фиссуру, но... Глаз, не в ту сторону, кстати, также Гласус забрали. Мойра за спину бегемоту давала иллюзию, но ничего. Он же успел забежать под свой тауэр. Тем временем на Трэмбле уже появились молнии. Но рецепт ему по-прежнему не летит. Ждет, пока курьер на базу вернется. Да он уже вернулся. Ну, может, забыл, что типа каждая собственная. В плане. Ну, как можно типа... такое забыть? Нет, ну типа, там, например, первый раз, когда после патча играешь, там... А что, он первый раз после патча играть? А тут уже, ну вот... Вот летят молнии, неужто? Сейчас, по-моему, Трэмбл будет умирать, заходит Гладсус в грибе. Сейчас колба по Трэмблу, и он умрет. Первый надо включать. Да, не, да, Гладсуса, и до свидания, Трэмбл. Снимают с него, кстати, довольно-таки неплохой стрик и 500 голды. В принципе, потому что 0 вижена у команды Хеллборна на топ. Да? Ну, за тауэром, в принципе, стоит. Тем временем тут ребята из команды Атара скастовали Эншей. А Делка тем временем с приобретением сустейнера сместилась в свой лес. Отфармливает все кемпы. Салфорис тем временем фармит свои леса. Ну, чем он должен был заниматься, наверное, после первой смерти. Да? Да. Салфорис ведь имеет опцию уходить в леса. Говорили мне, да. Типа, говорили ему, да, но он не верил. Решил попробовать. Что-то летит ему. ПТ-шечка Чилис. Ну и так-то 200 ГПМ при 4 смертях, это нормально. В плане это не нормально, что у нее 4 смерти, но то, что у нее 200 ГПМ, это уже что-то. Трэмбл тем временем забрал трипл стак на харде. Так, сейчас, возможно, будет умирать. Там есть варта на всех троих. Да, всех троих. А на боте, кстати, деревья, видишь, лежат справа от Dark Lady, где она прошла. На вход в сайт-шоп. Их все видят. На миде неплохая фиссура, спасаю чипера, но дайвит слишком далеко. Тучий тауэр, кстати, упадет, который забирает Дэдвид. Есть результат бегемота, стенка спасает бегемота, кстати. Да, так бы он его сейчас щелчка забрал. Ульта от Мойры. Ой, не успел он залететь в ульту Мойры, так бы, возможно, он бы выжил. 5 человек, кстати, у команды Ата на миде сместились. И, возможно, будут забирать Т1 на миде. У Делки тем временем кливер на 13 минуте. Практически 500 ГПМ.
принципе, посмотреть так 3000 всего лишь. Пока что за котами преимущество по золоту. Ну, постепенно оно будет разгоняться за счет того, что если Делка будет фармить, продолжать. На боте чипер в грибах, кстати, а Дэдвуд стоит. Дэдвуд промазал корнями и так-то могли забатить. Но нет маны на фиссуру. Так бы, скорее всего, уже Дэдвуд погиб. Даже Делка бы ему тут не помогла ничем. Тем временем Салфорис вместе с двумя саппортами зафармил дабл стак иншей. Ну, Трамбл так тоже разгоняется, неплохо уже догнал Делку. Ну, молнии, конечно, дают о себе знать. Постепенно появляется у нее БКБ, 1200 остается. Тем временем Дэдвуд за счет своего портал кея реализовал его и забрал Мидаса. На Салфорисе, кстати, уже 2000 по деньгам. Не знаю пока что это, но у него уже 300 ГПМ есть. Байт на Салфорисе, два саппорта. Он зафармил пачку и отошел. Прям было 470 КПМ. Не так сказать, что быстро разгоняется. 470? Да. Почему Делки 490, хотя она тоже с Кливером? Ну, Кливер и Трэмбл, типа, разные немножко вещи, все же. Ну. Там все же жуком ты можешь минимум весь лес фармить. Пока сам на лайнах. То есть Трэмбл это больше как бы не то, что фармить. Типа, фармить умеют все на нем. Герой, типа, мобильный. Ну, типа, да. Он, то есть, до 10 минуты там вообще по всем лайнам может гангать. Особенно там, в принципе, Dark Lady уже, которая первым цепляешь сеткой Борисом, выходишь, и там прокаст Мидаса. Дэдвуд в грибах. Мне кажется, не нужно сейчас Хеллборну дальше идти. У них Мидас уже на миде. Салфорис есть толкание. Забирает его очень быстро. Такой же контроль по Трамблу. Летает Делка. Забирает импас, не успевает она ни в кого залезть. Цепляют дальше чипера, можно крутить. Да, да, от Мэры. БКБ на Трамбле. Есть фиссура по Дедвуду, но лучше бы на бот, наверное, фиссуру. Тем временем Трэмбл леса снизу фармит. Умирает чипер. Хеллборну здесь Мидас. Вообще не нужно было драться. У них как бы лейт. Да, забрали Салфориса, бегемот. Отошли. Да, не, им даже Салфориса, вот за Салфориса они как бы поплатились. Им просто надо было в лес уходить, то есть у них бегемот такой, без даггера еще не сильно способный. Плюс Трэмбл, у которого вообще 6 слотов можно вплоть набивать. Падает один на топе команды АТА. Четыре героя команды АТА зашли на дабл иншей, пытаются их разобрать. Тем временем на Дэдвуде появился бульварок. А Сальфорис или выходит в БКБ, или в синий став. Одно из двух. Что это, как ты думаешь? БКБ, скорее всего. Там все же 4 Magic Procaster, таких скиллы. Обеспечивает дополнительную регенерацию здоровья во время действия способностей. Позволяет... Делает, в общем, то же самое, что и до нерфа. Без стафа. Теперь со стафом. Типа заряд появляется, который можно взять. Да. И активировать его. Там атаки даст хп. Скорость бега.
Трэмбл. Бей крипов. На варде прям фармит, кстати, Трэмбл. Трэмбл. Ку, привет. Трэмбл. Сейчас умрет от Дедвуда. Скорее всего. Корни, ульта и до свидания. Просто, не знаю. Пауза от команды Хеллборна. Может, в связи с этим он так простаивал в течение 15 секунд. Ну, по сути... Он не вылетел, да. 1200 хп на Трэмбле за два удара, ульта и корни. И то корни там в конце уже были. Очень-очень много дэмэджа от Дедвуда. Ну, во что сейчас должен выходить, по идее, Трэмбл? В Башер? Да, Башер, наверное. Типа, коры там против Дарк Леди, той же милишного керри. Ну, Дарк Леди так-то 4 сотки остается до БКБ, скорее всего. А на Бегемоте появился ПК, так же, как и на Мойре, кстати. Вот так вот. А у Гладсуса появились алхимисты, кстати. Бегемоты на... Ой, бегемоты. На грибы юзал бегемот и попробует забрать ей ДЛ-ку. Но вдвоем у них это не получится. На ДЛ-ке появляется добавится. Шранкин Хэд. Ну еще нет шранки, вот теперь сейчас можно. Летает бегемот, станлок. Фиссура. Залетает еще три ракетки. Мне кажется, за счет ракеток и забрали. Да, так бы не забрали. Клацус приходит, ТПВ сразу дает Мидасу корнями! Ой, корнями! Даггерами на рандом сбивают ТП Мидасу. Да. За это забирают Мидаса, отпускают, в принципе, бегемота. Угу. Мпаска села в чипера. И ребята, ну, взамен забрали Делку, тоже неплохо. Кстати, опять все товары абсолютно стоят у команды Cats на протяжении уже 21 минуты от игры. Дедвуд дал корни по Трэмблу, но промазал ими. Сейчас, если бы он попал, он бы его забрал. Кстати, у него есть ДД на развороте. В наглую просто он вцепляется. Дубинку кинуть, а нету. Прожимает БКБ на реакции. Закрутила Мойра. Ну, соло она его точно не заберет. Тем временем крипы, кстати, забрали. Тауэр. Ой, полено хотел кинуть, но за это он может поплатиться. Корни по бегемоту. Просто Дедвуд беспредельщик. Посмотри, ты что ли? Ты, да? Ой, мисс. Ультой, но попал тремя ракетами. И это позволило тем самым забрать Дедвуда. Ну, хоть Трэмбл выжил. И то ладно, Башер на нем, кстати, появился. Салфорис выходит в БКБ, да. Приобрел он себе, мать, Митрил Хаммер. За спину иллюзия Мойры. Пампаски. Гладсус подходит, дает колбу по таймингу. Приходит еще и Салфорис. И это минус Эмпас. И БКБ появляется еще и на Салфорисе.
Далка забирает Бориса. А, кстати, почему они ее не забирают? Тут стоит бегемот с раскастом. Есть Трэмбл, у которого есть, в принципе, все, чтобы забрать эту Далку, но они ее решили отпустить. Ломают норы во вражеском лесу команда Кэтс. В скором времени с таким фармом у Гладсуса появится тоже ПК. Но это уже на алхимисты. По сути, алхимисты, значит, окупаются. А сейчас попадет, походу. Так, залетает ДЛК, прожимают оба керри БКБ. Летал ДЛ, Сура от бегемота абсолютно никуда. Тем временем пассивно забрали уже Мойру. Проблемы серьезные у Трэмбла. Трэмбл умирает, умирает еще и бегемот. Но это тимфайт опять в пользу команды Кэтс. Гонится да, еще 11 тысяч по золоту, за чипером, когда у нее ПК. Да. И сзади слева еще Дэдвуд подходит. Ой, а тут он найдет сейчас Мидаса. Забирают, да, забирают, да, корни. Минус чипер. А, импаска... Ну, за счет раскаста Мидаса забрали Делку. Ой, хороший ПК-эвэй от Дедвуда. Так, на развороте можно Мидас забрать. Тут а еще, кстати, Салфорис плюс Гладсус с ПК. Если сейчас Мидас залетит, а он залетает, то он делает большую ошибку для своего здоровья. Ульт от Гладсуса, подходит еще Салфорис, за спину иллюзия Мойры, убьют Мидаса, да скорее всего еще и Эмпаску. Ой-ой-ой-ой, может ведь ПКВ сейчас сделать Мидас. Переиграл Дедвуда, неплохо. И дальше можно так-то забирать. А тут дайгеры залетают от Мойры, хорошая стенка от Эмпаски. Тем самым она... В дырку заходить, там прохода не было. Убивают. Приходит чипер, не попадает никто ни по кому. Нет, он так... Мимолетом Трэмбл прилетает, но он сетка. Салфориса даже не может продамажить. Должны забирать стенка... Салфорис. Да, умирает. Да лол, ну убейте же вы его. Мидас байвэ, кстати, или нет? До сих пор живет. Все же умирает Салфорис. Ну долго, конечно. Ну так-то с харды иметь 380 ГПМ при 1.6 это достойно уважения. Тем временем... Что у нас сделка? Firebrand себе взяла. Ну, обидно смотреть, как... В смысле, а как это так? В принципе, по ГПМ, по XPM мы видим, что не особо-то доминирует команда Cats, но по итамам что-то... Тут саппорты даже имеют, как... Не знаю, мидер, ну, наверное, вот команда на Cats. На импаске, да, бустал. На импаске, да, она не просажена, но не особо, 200 ГПМ. В принципе, бегемот имеет только один ПК. Имеет чипер с Archifacial Stone. Он вообще работает в этой игре. Легален. И Portal Key. Ну и заберут Кангора так-то. Да, Трэмбл. Вылетает, кстати, чипер под спил Гладсуса. Корни. Прожал БКБ Трэмбл. Прожал. Видимо, чтобы скинуть ульту Dark Lady, испугался. Ну... Наверное, он типа, чтобы не проиграть кинула, она сразу нажала. Ну, нормально, уже сокращают до 5000. Плюс сейчас еще должен Т1 на миде упасть. Мне кажется, сейчас фатальный тимфайт будет. Для команды Кэтс. Залетает Делка. Трэмбл растамаживает Дэдвуда. Залетает бегемот в никого. Трэмблу надо выбрать цель, до Салфориса хотя бы. Есть башня, да, спасает бегемота. И сейчас будет забирать, скорее всего, Трэмбла. Ой, хороший ульта от Мойры. Тем временем продолжает драться Салфорис против Трэмбла. А тут еще есть ДЛ-ка. Выбили токен. Забрали Салфориса. Ну, тимфайт в пользу команды АТА. Плюс еще 3900 сейчас на Трэмбле. Возможно, он сейчас будет выходить в ФС, чтобы никого не отпускать от себя далеко. Ну и, в принципе, нормально. Подрались. Правда... А, и Тауэр даже забрали. Так все. Молодцы.
А где утром было Борис вообще бегает? Ты его видишь вообще на карте? Где? Ну, на миде он был в замесе. А сейчас? А сейчас его, по-моему, нету. Ну вот я по всем лайнам везде посмотрел. Везде по лесу его нигде нет. Вызвать, пускай хоть АФК что-то стоит. Типа, чтоб КД шел. Да. 4700, кстати, натрамбли денег. 5800, по-моему, стоит ФС. Делка приобретает тем временем все Frostburn. Энерджайзер на импаске. Энерджайзер на импаске, так-то неплохо. Ну, она так-то неплохо поэтому выглядит. Да, 240 ГП. Импаска, вот, вот эти вот сайдстепы от Кинга. Будет умирать, надо ее оставить после него. Да. И тем временем еще Дэдвуд забирает бегемота Т2 на боте. Ну и минус 2. В размен на никого. Просто... Как это, пассивная инициация или как там морж это называется? Пассивная инициация, да. Пассивно заинициировал. Ну ничего. Это этот Казандар вроде ты сказал. Выбирают на топе Т2. Да, и Т2 падает у командата на миде. Отправляется на Т2, который находится на боте. Кстати, вот Бориса я нашел. Может, он дал так? Убирает Борис, но можно вызвать нового. Винкпоу появляется на трамбле. Ну и вот это уже, в принципе. Ну, это позволит ему драться раз на раз против Дарк Леди. Вот тут одна проблема, это Дэдвуд. Да, нужно который будет щелкать больше, нужно чем пол хп. Сейвить его мидасом, нужно сейвить его. На чипере вот нужно ветра, скорее всего, которого он и собирает. Мидас пока прыгнул, повесил щиток ветра. Масло там под него закинуть. А почему импостка села именно в бегемота? Хотя потому что, скорее всего, не чип. Нет, трэмпла, который подбегает только ДЛ-ка. Тело Дарк Леди. Завестил, получается, свой спел. А можно так-то ее подцепить за это. 4 секунды остается. Делка прожала Шранкин Хэд. Сразу покаявый. Вот это да. Какие сумбурные у нас файты. Да. Ой. Мидас подцепил. Стреляй дальше Мидас. Салфориса. Мультиконтроль, походу, до трамбла стоит. Потому что... Да. Потому что... Вот так. Ну, потому что. Да. И Барбит появляется на Салфорисе. 360 ГП. Ну а что еще? Какой там нужен трэмбл, чтобы, в принципе, жить? Сатаник? Ну тогда у него дэмэджа не будет. В принципе, трэмбл? Да. Я думаю... ФС? Ну да, вот Скади ему бы зашло. Как раз там немного дэмэджа даст. Те же замедление там. Вот двадцатку там... Порежет скорость атаки оппоненту, скорость бега, даст плотность. Вот он за счет энерджайзера сейчас импаска, по-моему, убежит. Ну, нет, есть пока на Гладиусе. И так все просто. Ну и есть батарейка на 15, которую можно было бы поражать. Без шансов. Ну там ДЛ, когда с пролета, по-моему, пол хп. Трэмбл зашел такой на бот. Ульта от Дедвуда, где раскаст от Мидаса. А тут есть... БКБ от Трэмбла, и он, кстати, неплохо нарезал, но... Ну вот трое. У Фориса есть ульта, которая не дает ему абсолютно ничего. Пауза. Сейчас мимо пробежал ТПшки. От команды Хеллборда. Ну вот, тут проблема еще и с Алфорис. Помимо того, что есть Дедвуд, который практически сводит шансы на ноль... Команда АТА, так еще есть Салфорис, который не будет давать лайфстилиться тому же Трамблу, если тот соберется, допустим, тот же Сатаник себе соберет. И что делать в такой ситуации? Собирать линку бесполезную? Бесполезно. Ну, вот, ну, собрать ФС, по сути, это даст тому же Дедвуду еще больше хлопок с ульты. Ну, вот. Ну вот что вот сделать Трамблу, чтобы выиграть эту игру, как ты думаешь? Просто не подставляться первым, чтобы команда начинала?
тяжела задача, да? Нет, ну то есть, что нужно Трэмблу, чтобы не умирать? Ну, то есть, чтобы умирать он выиграть игру случае. Эту, чтобы выиграть игру. Чтобы эту. Выиграть, нужно засобирать все же ветра на чипере, которые будут спасать все же Трэмбла. А если такая ситуация, что он под шранкой, его убивают все, то есть так же, как там трое под шранкой, в результате, в принципе, у Дэдвуда тоже появится шранка. Ну, тут надо как-то кайтить. Как-то кайтить, когда то есть, нужно собраться Дэдвуд. Все же сейчас в плотность как-то. Мне кажется, даже не ФС, может, а даже ребра. Ну так ХП мало. Так-то там просто ульта Салфориса плюс ульта Дэдвуда, и Делка пролетит. И в ХП они дадут Дэдвуду дополнительно и... Армора подбустить? Ну, армор просто... Там а может тот же за... Генжурик? Побил-побил, ушел, побил-побил, ушел. Не, Генжура это точно, я думаю, на Трэмбле это не то. Я лучше просто... уж какая-нибудь сердце или ФС все же. Тоже не игрок на Трэмбле, но... В принципе... Как подумать, не, ну я все же Скади, скорее всего, собрал. Как-никак, ну вот Скади. Ну вот, сейчас смотри, на Мидасе в скором времени появится Хекс. Ой, находит иллюзия Мойра Мидаса. Да, и так-то достаточно много проблем ему создают. Ну, кстати, геометр. Тут Дэдвуд с ДД. Кстати, на ком геометр? Ну, если на Трэмбле. Ну и что даст тут геометр, чтобы сбить фокус себя Дэдвуда? Ну да, вообще сбить в замесе фокус. Ну там есть, как тебе сказать, ульта от Мойры ну, и пролет убить, просто да. Делки. Ну линку если... Линку или ФС. Бесполезная линка это бесполезная линка. А она чем прям... Это итем бесполезности, какой Ой. Великолепный ПКВ сейчас был только что от Бегемота. Он не видел, его Дэдвуд если подождал корней среагировали бы. Тогда бы он убил. А он вышел и сразу на этой же реакции бегемот ушел. В том плане, что линка под шранкой и тебе не ультанет кто-то один или Салфорис или Дэдвуд. Да нет. БКБ появляется на Дэдвуде. Перекупить шаха, вот ему надо все. Изначально вообще надо, чтобы он дамажил не один в команде. А то, по сути, он сейчас единственный дэмэдж-дилер в команде. Не, ну... В принципе, бегемот, Мидас, Чипер, они дэмэджа вносят. Просто там три Шранкина. Ну, третий на подходе да. Вот летит уже. Ой, сейчас хорошо бы подраться Ой, атака, когда Шранка не подлетела. Если найду сейчас Дэдвуда, кстати, по варду тут бегают ребята из команды Кэтс. Но почему-то Мидас улетает отпушить мид. Скорее всего, ветра на Чипере, может, хотят дождаться все же. Хотя зачем тогда шли? Может, он на став выходит. Ну, хотя в став выходит... И там за 1200. И Денет один. На боте. Savage Mace приобретает себе ДЛ-ка. Ну, я даже не знаю. Ну, против. Нет, ну это просто забей. Нет, ну, смотри, там проблема от Дэдвуда, проблема от Салфориса, теперь проблема еще от ДЛ-ки. При условии, что ты можешь драться только пока у тебя есть Шранкин, который 6 секунд. Поцепили паску ульта от Дэдвуда. Как же это было быстро. Ну да. Подцепили Трэмбла. Находит его ДЛ-ка, прожимает он БКБ. Ну, ты походу до свидания. Судя по всему, это... Великолепная Бегемот, игра от Бегемота, но ДЛ-ка уже соус разбирает Трэмбла за счет своего Savage Mace. Если Бегемот сейчас не отдался, то они, скорее всего, с байбеком с Трэмбла еще могли попытаться. А теперь это точно минус 2 лайна. Ну, куда они бегут? На мид? Да, там нет Т2, скорее всего, поэтому. Нет, ну а что бы сделал сейчас, допустим, тот же... Трэмбл с байбеком, когда у него нет шранки? Дождался бы этой шранки? Да? Но влетел нет, бы опять Дэдвуд, у которого уже есть ультимейт.
Ну тогда без тут шансов. Тут нету шансов, как. Ну, как я вижу эту игру, тут нет шансов для командата. Залетает, Дэдвуд прожал БКБ, байбекается Трэмбл. Раздамаживает, так-то забрали ДЛ-ку, у которой, кстати, не было шаранкина. А вот и Трэмбл. Да здравствует. Еще и забирает и Гласуса. Ну, байбек он почти окупил свой, но потеряли лайн. Если бы ДЛ-ка не борщинула, залетела без БКБ, без шранкина, тогда бы, возможно, что-нибудь у них получилось. Кстати, появляется Конгор. Как же быстро он умирает. Мойра, иллюзию. И это минус Конгор. Да. Опять в исполнении Колбора. Второй токен, кстати, да. Ну и так-то потеряли Аталайн, но забрали Конгора с этим. Подставание, в принципе, у них не особо так-то и большое. Всего лишь по 10 тысяч и того. Ну, в принципе, голды уже 11, но это не суть. Ну и сейчас-то в состоянии команда Ата пофайтить за счет того, что у Трэмбла есть две жизни. Даже если разлетится тот же Дэдвуд, разлетится тот же Салфорис, встанет после токена и раздаст всех, всем лещей, как он это сделал под двумя Т4 после байбека. Став появляется на чипере, которого мы, кстати, не ждали. Мы ждали, в принципе, ветров, да? Которые появились на бегемоте. Ну, Став, на самом деле, тоже... Нет, на чипера Став АП. Да, лучше ветров. То есть, если он замедлит того, всех что... по шранкой. Да, вот именно это. Это будет сильно. Ну, рассказ так-то у команда-то довольно-таки неплох. Еще было сейчас 16 уровень получить бегемот, и вообще все прекрасно было. Тем временем Гладсус выходит у нас в БКБ. Но сейчас бы не драться команде от Кэтс в токен-то, да? Значит, так-то можно игру закинуть. Да, есть шанс на это даже. А ребята из команды Атака как раз байтят на Трэмбла, но у нее токен. Ну, любая здравомыслящая команда не пойдет выбивать токен. Ну, в смысле, когда знаешь, что он не убайтит. Так-то можно выбить токен и убить еще керри. И... ничего не потерять при этом. МПС, кстати, 16 уровня. Крипы тем временем забирают попросту у нас Т2. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас ведь будут вылетать у нас Трэмбла. Да, ДЛК, сразу ульт от Бегемота. Хорошая ульта от Мойры, подсейвила... не знаю даже кого. Хороший, отличный рассказ, даже ой, можно сказать, от Мидаса. Проблема серьезная ДЛК, она уже умерла. Дарклиди уже умерла. Продолжают дальше по Мойре, забирают Мойра. Корни хорошие по четверым. Это минус 2, еще итоги не потеряли. Это так-то в пользу команда-то. Ой, разбили еще ТП-шку с Алфорису Фиссурой сверху. Да, шипстиком. Цепляют его дальше шипстиком, есть проказ Мидаса, сетка. Возможно, это будет минус 3. Как же быстро умер. Лаксус единственный успел, кто спрятаться где-то. И Дэдвуд. И, кстати, даже не выбили токен-то из Трэмбла. На токене еще есть, в принципе, 2 минуты. Можно попробовать по какому-нибудь смитку зайти, но там уже крипы ломают Т4. Интересная игра у нас вторая-то. В принципе, сейчас по XP уже отыгрались. Что вот сейчас вот приобретет Трэмбл? Надеюсь, что ничего. Что захочет. Хочу 7 слотов, да? Да, так тоже понимаю. Вот бы было прикольно, если бы сделали, допустим, 7-й слот там за 10 тысяч голды. А, где-то я слышал уже такие. Ну, при условии того, что в него можно вложить только БКБ. Или ТП-шку. Не знаю, не ТП-шку, а имею в виду травела ботинки. Было бы классно.
Может быть. Ну, в скором времени, мне кажется, седьмой слот должен появиться. Или в Доте, или в Коне, или в Лоле. Где-нибудь точно появится. Все-таки решаются ребята из команды АТА пойти по метку. Остается 40 секунд у нас на токене, на трембле. Но Тауэр ТТ2 по-любому упадет. Тем временем Гладсус просто в грибе зашел, поставил вардик на клиф. Да, падает. Еще 30 секунд на токене. Ну и так-то можно зайти, поковырять еще Т3. Только, возможно, можно там остаться. Их ты чипер-то как уплотнился. У него, по идее, Sacrificial Stone, плюс сейчас Plate Mail он себе приобрел, плюс 10 армора. И... Что это будет? Ледяные плечи, скорее всего, да? А тем временем посыпили Дедвуда. Есть у него БКБ, но он навряд ли его будет прожимать. Он так просто умирает, и у него нет денег на байбек. Он себе только же бульвар, да, купил или что? Нет. А, бульвар давно был, что-то еще. Что-то он себе приобрел. Может, он себе перекупил что-то или купил, наоборот, какие-нибудь ветра. Но это я не понял, как в том тимфайте так быстро сбрил Аделку. За счет чего? А, Дарк Леди, то есть они же на топе, ты имеешь в виду? Да. То есть там же они влетели по трэмблу, и она же ранкинг хэт ничего не нажала, и сразу влетел бегемот. Да, он же накрыл. Плюс да, там Мойра и потом влетела, еще успел подсейла. Дать второй скилл, и за счет второго скилла он получил, они получили на 1.5 секунды стан. И сразу закрутила Мойра, и при выходе они как бы в стане в этом остаются. И плюс там еще, Мидас. Да. И они все, всех их двоих задул, и как бы они даже не было шанса шанку его нажать. Так-то трэмбл бронированный. Ой, трэмбл. Чипер. 31 армора. Правда, он не прожимает, это вообще Sacrificial Stone. Он, интересно, вообще знаешь, он нажимается? Кто? Sacrificial, да. Он ни разу его еще он не там нажимает. По кулдауну нажимается, там же нет. Ну вот он его не нажимает, по крайней мере. Фейсик появился на трэмбле. 3333 хп. Как тебе такое? Посмотрим, справится ли он совсем. Тут даже число такое нормальное, при котором надо выигрывать. Да, неплохо. Ну вот из-за того, что упал лайн у команды АТА, у них постоянно подпушивается эта сторона. И им постоянно приходится возвращаться на базу и отдефать ее. Так почему бы тогда не собраться и пойти по тому же миду? Зайти, допустим, в каких-нибудь грибах, расставить агрессивные варды. Но я пока что не вижу вардов вообще. Стэша ни у кого. У Дедвуда опять проблемы. Прожимает он БКБ, разультился на развороте в Мидаса, но Мидас тоже довольно-таки плотный. Мид с всеми скиллами Салфориса, кроме мульты по Мидасу. Ну и так-то по сути ульту Салфориса просто блочит третий спал чипера. Опасно, кстати, бегать трэмбл один во вражеских лесах. Если его убьют, у нее не будет денег на байбек. Откинул просто в никуда ульту. Чипер, ну, может, мискликнул. Скорее всего, да, мисклик был. Написал еще оу. А Дарк Леди приобретает себе Харкон. Вот против. Конец. И о, как раз приобретает себе зеленку бегемот, да. Единственная зеленка первая. Предугадал, так сказать. Тервела появляется на эмпаске. И вот сейчас вот могут встретиться. Ой-ой-ой, влетает бегемот, подцепил он сразу Гладсуса. Фистурка. Почему же такой замедленный трэмбл? ТП Вей, но куда ты? Куда ты хотел улететь, Геннадий? Пора автоверну. Кстати, неплохой ГПМ за счет того, что у него есть алхимисты. В принципе, игра уже затянулась в лейт.
Тем временем Трэмбл прожимает БКБ, врывается в тимфайт, но тут уже забирает там паску, и, возможно, Трэмбл-то будет умирать. Не успевает ему абсолютно никто помочь, пока что врезается в него. Подходит чипер, дает ультимейт, но Трэмбл уже погиб. Еще и умирает и чипер. Ну и посыпалась команда-то. Есть байбек на Трэмбле. Есть байбек на том же чипере. И так-то можно сейчас забайтить, ребята, на ту же ДЛ-ку. Корни неплохо. Трэмбл, кстати, сделал байбек, и надо тимфайтить. Фиссура, отлично, залетает. Нет там. Все, абсолютно КБ. По ДЛ-ке. Но где же, ребята, вы? ДЛ-ка-то сейчас убежит из-за этого тимфайта. Тем временем вот, Трэмбл на миде в норку. И ДД. Сейчас на развороте, если Трэмбл ДЛ-ка жука вылез, а сам собой сбил. Ну, неплохо. Ой, ДЛ-ка на развороте. Убивают сама Дарфеди. Поплатилась за это. Но есть у нее деньги на байбек. Трэмбл, кстати, хорош. Два байбека у нее. Что, он себе сбил ТП-шку, что ли? Он сам себе сбил, Борис ТП-шнулся, Борис бегает где-то сверху. А там, по-моему, не в КД. Ой, подцепили еще и Мойру. Забирают еще и Мойру, и это минус 2, появляется Конгор. А нет, походу, он не сбил, он не конгор. ТП-шился просто. Это будет третий Конгор. Сейчас, в принципе, Трэмбл соло заберет Тауэр. Все Конгоры для команды. Да, с бананами тем более сейчас будет. Но вот за место чего ложить? Дедвуд, есть ульта. На Гладиусе появляется БКБ. Но надо идти разводить на байбек, ребята, ну вы что? Развели бы сейчас на байбек ДЛ-ку. Отошли бы на Конгора и, в принципе, easy game. For my life. Типа того очень-то. Трэмбл тем временем заходит на Конгора. Паска следится. Трэмбл с какой же скоростью он умирает? Сколько атак в секунду? 2,5. Ну, получается 5 атак в секунду за счет третьего спала. Токены бананы вылетели. Мидас должен забирать, мне кажется, бананы, а бегемот какой-нибудь токен. Или наоборот. Скорее всего, даже наоборот. Мне так, кажется, подцепили Салфориса. Ой, как же разбивается об возвратку у нас Трэмбл. Бедняга. И не будет у него денег на байбек. Летает в него ульта от Дедвуда. И это у минус Трэмбл. Нету байбека, да. Это ошибка, когда у Керри нет байбеков. И он разбился об возвратку Салфориса. Он просто ХП себе сам сломал. Ну так-то 60 секунд без Трэмбла. Мне кажется, ребята из команды-то они просто не продержатся. Так как минимум одна сторона. Но, в принципе, возможно, задефуют втроем. Что маловероятно. Нет, ну, они в состоянии ДЛ-ку сбрить с раскаста. Вот, если все залетит, они ее сбреют. Бегемот занял позицию. Но, правда, без крипов залетать не особо-то хочется. Откидывается фиссуры и бегемот. Вот сейчас вот надо залетать. Вот под крипами. Ну, бегемот, ну это что же ты? Но ДЛ-ка отошла. Как плохо залетел, но хотя на реакции поражала БКБ, но где же Шипсик? А Шипсик кого? У Мидаса, но он дал его в это вроде. Кого? Ты, по-моему, в ДЛ-ку дал. Как ДЛ-ка дал БКБ? Выбивает токен, убивает еще раз Шипера. И, по-моему, это good game. Залетает еще раз Мидас. Кого он, интересно, Шипсик дал? Может, вот ты видел? Ну я не заметил. Он в КД Шипсик был, но на ДЛ-ке было БКБ. Может, крипай. Трэмбл появился, но падает уже последний Т4 и падает трон. Ну иди хоть в последний тимфайт. Забирает ту ДЛ-ку. Думбрингер на ДЛ. Кстати, ДЛ-ка сейчас умрет. И так-то можно игру проиграть, если отбиться. Куда Трэмбл за крипами? На Трэмбле есть Думбрингер. Ребята, деритесь. Ой, ДЛ-ка с байбека, и прилетела она как раз под Шипсик, и Салфорис не отпустит, ну хотя, 100 хп на токене, ой, на 12 падает. Все же, в непростой, так сказать, битве во второй игре, все же команда Кэтс одержала победу,
Можно с этим их поздравить. Зарабатывают они за сегодняшний день 3 очка. А команду это... мы не можем ни с чем сегодня поздравить. Она одержала только 2 победы. На этом у нас сегодня все. Завтра у нас будут играть команды Кэтс против команды Кам. Всем до завтра. Всем пока. Пока. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай аватары Парагон и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру.